заглядывай. Привет, ребята, меня зовут Антон, мы продолжаем проходить тотальную конверсию на игру Stalker Зов Припяти под названием Мизери. Итак, в принципе, фонарик багует опять, да? То есть сейчас нам в идеале нужно налобный фонарь снять, получается. Багует все равно. Использовать. Снять шлем. Ну-ка. Все равно багует. Непонятно почему, по какой причине. Ну да ладно. Ну да фиг с ним. А, вот, все, теперь нормально. Замечательно. Так, что я убрал-то? Значит, куда нам сейчас нужно идти? Куда нам сейчас нужно идти вообще? Глухарь зачем-то пошел к портовым кранам. Возможно, что-то узнал про пропавших сталкеров. Нужно поискать его там. Потом далее нам надо искать вертолеты. У нас также тайник обнаружился. Сталкер коряга просит раздобыть контейнер с его вещами, только с заправки. Понятно. И про наемников все тоже понятно. Ну и, соответственно, к барже. Замечательно. Так. Много всего, на самом деле. Так, это у нас Припять. Ага. Ну что, пойдем тогда, соответственно, к глухарю. Что я могу сказать? Сохранимся только. Так, ну, в какую сторону? Да, как раз таки все правильно. Все правильно. Так, давайте-ка мы сейчас с вами сожрем кофеина. Немножечко приобрели. Ну, замечательно. Шикарная штука. Дает приличное количество энергии, при этом никаких отрицательных результатов не вызывает, что очень-очень важно. Так. Устанавливайся. Давайте даже еще одну сожрем. Чтобы наверняка. Так. Нормально все? Так, стоп. Да, все нормально. Кофеин штука хорошая, штука бодрая достаточно. И это радует. Так, около кранов портовых он находится. Значит, да? Значит, где-то здесь его нужно найти. Будем стараться его найти. Этого товарища. Где он вообще есть-то здесь? По идее, где-то тут. А там... Фиг его знает. Может быть, он наверху, слушайте. Мне говорят, типа, вот, что ты проходишь дополнительные квесты? Иди сразу по основному заданию. А как я пойду по основному заданию, если нам нужно идти к Ною? А он говорит, типа, вот, найди костюм, который защищает от аномалий. А у нас такого костюма-то нет на примете. Так что вообще забавно получается, да? Ну вот, приходится проходить дополнительные задания, потому что вдруг за них дадут какую-нибудь полезную штуковину. Так. Фух. Пока что товарища нашего здесь ни слуху, ни духу, как говорится. Кстати, что у нас с весом? 55 килограмм. То есть небольшой перегруз все-таки есть, да? Собака спрятался, вот небось. А мы теперь ходи, ищи его, значит, да, тут везде. А, вот ты где, наверное. Данила. Нет, это Данила. Я знал, что очень скоро до меня доберутся. Я знал, что меня раскроют. У тебя, видимо, много вопросов ко мне. Спрашивай. Тремор, а может, объяснишь, что происходит? Я уже ничего не хочу скрывать, молчать бессмысленно, мои дела говорят за себя. Наверняка ты уже понял, что это я убил глухаря, так же, как Данилу и других пропавших. Зачем тебе это было нужно? Я никому не пожелаю испытать муки гемоглобинозависимости, от нее не отделаешься. Есть дни, когда кажется, что способен прожить без единой капли крови долго, очень долго, может быть месяц. И такое действительно случалось, как я тогда гордился собой, но вот потом срываешься и начинаешь наверстывать упущенное.
Как тебе удалось это скрывать? Когда я работал в хирургии, скрывать было легко. Почти всегда находился излишек донорской крови. Но вот в зоне, я думал, в таких жестких условиях мне будет не до болезни. Как я ошибался? Я сорвался и больше не мог думать ни о чем другом. Выбирал, как правило, раненых, а убийство счел правильным выдать за нападение кровососов. А как же Данила и глухарь? Данила прибежал ко мне за помощью после вылазки на кровососов. Он был ранен. Когда глухарь договорился с ним идти на кровососов, я понял, что долго мне не продержаться. Я еще сохранял свою тайну, но уже знал, что это ненадолго. Вскоре появился глухарь. Он догадался обо всем и попытался меня убить. Вот так. Мне жаль этих людей, мне бесконечно жаль себя, но ведь этим ничего не исправишь. Я все понял, хватит болтовни. Меня никто не сможет понять. Да, чувак. Ёлы-палы, сколько у него всего. Замечательно. Малый комплект выживания. Блин, столько вещей в него, ё-моё. Так, братюнь. Мне, кстати, сказали разряжать оружие. Соединить глушитель. Во! Где тут глушитель? Нет, понятно. Только к той пушке можно присоединить глушитель. Так, тут тоже много полезного. Все понятно. Значит, у нас тут товарищ людоед завелся. Окейшки. Понятно, все с ним. Давайте полечимся, что ли. Замечательно. Так, значит, теперь у нас что остается? Но и нам сейчас не интересен список заданий. Хорошо, пойдем тогда обратно в лагерь, сожрем только сейчас кофеинчику. Еще. Ага, прекрасно. Ну, нормально. А то так будем долго добираться очень. Что совершенно не весело. Правильно жить? Правильно. Пойдем расскажем. Ну, здорово. Глухарь мертв. Его и других сталкеров убил Тремор. Но Тремор тоже мертв. А Тремор, да, пригрели змея. И ведь любой на их месте мог оказаться. Уж если даже глухарь. Ладно, спасибо тебе, дружище, выручил весь лагерь. Держи. Так. Так, 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 так. Значит, что тебе можно продать-то такого, что нам не нужно? Антидот. Антидот. Нет, 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 нет. Антидот не совсем прекрасная вещь. Конечно, продадим. Потом барвинок. Барвинах тоже уберем, нафиг его. Пси-блокада. Пси-блокаду оставим, хорошая штука. Радиопротектор. Да, радиопротектор пускай у нас будет. К тому же он не такой уж и плохой, на самом деле, как могу показаться. Так, протеиновый батончик оставим на пожрать. Малый комплект выживания. В принципе, неплохая штука. Очень-очень-очень неплохая штука. Много всего, да, вот так вот эти косяки надо продавать, в общем. Так. Насыщение. Мало инъекции глюкозы. Нет, уберем. Нафиг она не нужна. Большая инъекция глюкозы. То же самое. А вот это что? Ампула салициловой кислоты. Ерунда. Так, кокаин. Отлично. Кокаин эта штука хорошая, пускай будет. Ампула морфина. Берем ее. Эпинефрин. Нехило так, слушайте. Нехилый эпинефринчик. Оставим его. Оставим его. Так, прекрасно.
А вот теперь можно и автомат починить, в принципе. Так, продаем ему оружие. А, также. Не знаю, на самом деле, насколько лучше. Сколько вообще патрон такие стоят? Зелененькие. Я просто не знаю, как бы. Так, у тебя патрон что, вообще что ли нету? Да ладно. Так, все, держи. Будет чего интересного, заходи. Наш Скадовск всегда на месте. Никуда. Стоп, у тебя. У тебя, по-моему, патрон можно, да, такие поискать? Ну что, и... Так. Давай. Давай, ты нам сейчас скажешь. Ты нам сейчас скажешь. Сколько, соответственно, стоит патроны, нужные нам? Так, 1900. А вот для вот этого... Ну, в принципе, чуть подороже. Че, попробуем, что ли, тогда? Так. Так. Сохранимся. Для начала сохранимся. Потом глушак. Так, присоединить. Вот, отлично. В принципе, мощная такая штуковина получается. Блин, сравнить-то дайте нормально. Или у нас лучше? И мне кажется, то, что... Фактически, изменения коснулись лишь верхней половины ствольной коробки. Штука хорошая, давайте попробуем пострелять. Сохранимся сначала. Да, прекрасно. Иди, иди, нечего тебе тут делать. Мощная вещь. Мощная, загружаемся. Ну что, много есть что-то автомат. Новое. 3 килограмма. 3 килограмма, блин. Ну фиг с ним, ладно. Да, жестоко, жестоко. Так, товарищ, давай-ка ты у нас сейчас этот автомат починишь, наверное, да? Починишь, наверное, его. За такую сумму такую, блин, это жестоко, очень-очень жестоко. Ну, ладно, пускай будет. Так, прекрасно, далее. А, вместимость магазина? Нет. Нет, совершенно неинтересно вместимость магазина прокачивать. Так, 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 так. Значит, здесь нам вот эту всю фигню продаем. Вот эту отдачу минус 15, надежность плюс 15. Стоп, нет. То есть вот этот можно еще прокачать, да? Ну, хорошо. Все. Или нет? Оставим. Оставим пока, значит. Так, у тебя работа есть для нас подходящая? Больше работы нет. Все замечательно. Тогда уходим со Скадовска. Здесь нам больше на данный момент делать нечего. И... Здравствуй, сталкер. Наверное, не знаю, к Ною пока еще рановато, наверное, идти. Но при этом у нас еще какие задания-то остались? Достаточно интересные на карте. У нас тайник один еще есть. Прекрасно. У нас также есть места падения вертолетов, которые, в принципе, нас не особенно интересуют. Так. Вот, блин. Как нам попасть, соответственно, в другую локацию? Цеха подстанция, Южная плата. Вот как-то вот здесь вот. Или же стоп. Или же к ученым можно попасть сразу же. Сталкер по кличке Сорока подставил группу Гонты под нападение Химера. Узнать дорогу Луною, принести инструменты к Кардану. Кардан просил найти 3 набора инструментов для грубой работы, для тонкой настройки. Лагерь наемников. Забрать любую найденную информацию. Недоступный тайник. Принести коллеге контейнер. Заманчивый бизнес. Принести новику 3 детектора Велес. Понятно все. Понятно все. То есть сейчас нам по-любому нужно к товарищу Ной тащиться, да?
Все-таки мощная штука, вот это оружие. На самом деле, очень-очень мощная. Пригодится нам. Но при этом не хабар особо с собой не потаскаешь. Сами понимаете, да? И что делать тогда с этим? Что делать? Да непонятно, что делать. Лечиться сначала нужно. Попробуем таракной сходить еще разок. Не знаю, получится, что не получится. Потому что нужно. Нужно. Еще как нужно. Так, вот, вроде лечишься. Лечишься, так лечишься. Прекрасненько. Все, где у нас Ной находится? По-моему. Вон. Там вот где-то. Следовать места падения вертолетов, это не совсем то, что нам нужно. Так, жри давай кофеин. Угу. Красавчик. Все, теперь пошел. Вроде как на ту баржу нужно, да? Важные объекты. Они нам вообще ничего не меняют фактически. Так что можно на них не обращать внимания. Потому что к вертолетам, как я понял, все равно сразу толком и не пройдешь. А нам нужно именно идти туда, куда Ной шел. Что очень-очень сложно вообще на самом деле. Так. Долго до него еще топать-то. По-моему. Да, вот туда можно еще сожрать кофеинчику. Кстати, что это там за фигня такая у нас была в инвентаре? Во. Акватапс. Ну хорошо, окей. Нормалек. Но есть у меня такое ощущение, что нужно будет потом нам затариваться, знаете чем? Эпинефрином. Вот эпинефрин нам будет нужен. 7 килограмм повышает. Ой, шикарная штука. Действует хрен знает сколько. Ну, конечно, стоимость у него такая, не очень крутая. Но можно будет поискать артефакты. Мне уже самому. И потом уже, соответственно, этот эпинефрин принимать. Вот там действительно круто очень будет. Потому что на этих одних кофеиновых таблетках особо тут не поиграешь. Не очень круто. Дышался, что ли? Дышался замечательно. Не, ну однозначно, вот эта винтовка, она покруче будет. Особенно то, что у него глушитель есть. Вот это очень круто. Можно без палева в какой-то степени проходить некоторые места. Так. Что-то мышка улетела. Вы непонятно наедали. Кстати, сколько у нас осталось бабла? 4500. Маловато будет, маловато. Так, стоп. Костюм-то починил. Забыл установить обратно все. Так, шкура плоти. И еще что-то у нас было установлено. А, и салазки. Вес повышает, переносимый. Очень и очень круто. Офигеть. Чувак, ты что-то жестко. Вышли вон, мутанты долбаные. Какой-то топор огромный, вам так не кажется? Иди куда шел! Да ладно, спокойно, братюня. Ты чё? Проваливай! Чё, это неужели скрипт заглючил? Пошли вон, мутант! Тихо, тихо. Я сталкер, уже виделись. Ты сказал, что отдашь мне все свои деньги, помнишь? Не помню ничего такого. Ты что, поиграть со мной вздумал? Ладно, что тебе нужно? Про упавшие вертолёты.
Пойдем. Надо пробовать. Внимательно следи, как я иду, а потом сам двигай. Давай, иди отсюда. Просто интересно, можно ли тут как-то перебежать нормально или нет? Ну как-то пройти тогда? Представляю. Как-то так только если. Так, надо сохраниться. По-любому. Нам теперь куда? Нам теперь, наверное, сюда куда-то идти. К вертолету, да? Все-таки. К вертолету, точно. Блин, опасно. Опасно тут все, ё-моё. Ой-ой-ой-ой. Так, осторожно, осторожно, братин. Ты тут это... Не надо, не плутай. Значит, пожрать нужно? Восстановиться нужно. Блин, 100 лет будет сейчас аптечку эту использовать. Это мне совсем не нравится. Но ничего, ничего, нормально. Другое дело. Сказали, тут где-то на дереве, кстати, артефакт есть, что прикольно, на самом деле. Так. И чё у нас? Почти пришли. Почти пришли. В таком случае надо даже сохраниться. Подонок. Говна кусок. Давай сюда. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой, там еще один снорк! Быстрее режь! Фу-а-а. Да офигеть! Ёп! Гранат у нас, конечно же, нифига нету, да? Нет у нас гранат нифига. Чё, зашибись. Падла. Чё темно, блин, как в жопе. Ух, сложно. Так, снорк. Какая-то пещера. Надо налобный фонарик прицепить. Лейтенант Дропей. Так, отходим подальше. Так, вот они, вот они. Два-два. Как ты, подонок?
кусок говна. Так, ну зашибись. Короче, налобный фонарь. Налобный фонарь, как тебя использовать? Так, наверное, нам нужны, нужны параметры управления, да? Соответственно, по-любому. Окей. Так. Фонарик. Ну, фонарик Е, все правильно. Короче, пойдем-ка мы рашим, а? Достали мне эти снорки, ну и в жопу. Так, данные с бортового. Ага. У ската 3 отказали оба двигателя. Так, что тут у нас еще? Карта и на ней отметки предположительных точек эвакуации. Б2, Б28, Б205. Интересно. Ну, замечательно. Так, все-таки сталкер это мы проверим сейчас по-быстрому. Только сохранимся. Где тут торпешник-то? Вот он. Так, у тебя есть что полезное? Все. Там еще кто-то есть, походу. Ой-ё! Вы достали! Офигеть. Да. Хардкор, однако, друзья. Значит, давайте-ка мы сейчас с вами возьмем пистолет. Вот это, вот это. Все, и сваливаем отсюда. По-быстрому. Пока снорки не понабежали. Прекрасно. Интересно, полезут они оттуда? Потому что пистолет вроде неплохой такой взяли. Можно проверить. Где он тут? Где у нас в инвентаре? Чё-то я слоупочу. Мы что, не взяли? А, вот. Темп огня и удобность у него повышенная. Ну, ладно. И чё, куда теперь можно пройти? На найденной в одном из вертолетов карте были отмечены точки эвакуации. Нужно проверить, появились ли военные в точке эвакуации Б2. Ну, понятно все. Понятно. В общем, много чего нового появилось. Итак, нам сейчас нужно следовать к месту падения вертолета СКАТ-2, по-моему, да, точно. И предлагаю принять эпинефрин. Где он у нас? По-моему, нет, это кокаин немножечко. Ну как немножечко? Полностью не то вообще, на самом деле. Где-то он тут был. Вот он, эпинефрин. Прекрасно. Вообще ништяк. Так. Конечно же, без мини-карты хардкорность несколько раз увеличивается. Напишите в комментариях, вообще, какое лучше с собой оружие таскать. Потому что я думаю о приобретении дробовика. Вот, кажется мне, что идея достаточно дельная. Так, мы в правильном направлении движемся. Да, мы движемся в правильном направлении. Энергии у нас целый вагон-тележка за счет эпинефрина. Надо будет им затариться, на самом деле. Потому что штука убойная, штука полезная. И там... Целый отряд плотей, который к нам движется. Идите его в задницу. Нам сейчас как раз энергия, кстати, будет, чтобы свалить от этих тварей ужасных. Жутких.
пытались кусаться. Не-а, не-а. Фигушки. Фигушки вам. Фигушки, фигушки, обойдетесь. Даже не пытайтесь. Слушай, все-таки отличная штука, этот эпинефрин. Так, эти твари вроде как бы отстали от нас. Так, значит, нам куда-то туда нужно, да? Окей. Окей. Так, налобный фонарик я прикрепил, чтобы можно было пользоваться автоматом и одновременно шастать по различным помещениям, ну и ночью вообще сражаться. Конечно, по-хорошему еще нам нужно приобрести прибор ночного видения, ПНВ, проще говоря. Но пока что не до него немного. Что-то игра, конечно, сейчас очень фризит, подгружает. Подгружает масштабный объект такой достаточно. Ничего не скажешь. Так, и у нас тут даже есть тайник. Прекрасно. Которым мы обязательно воспользуемся. Кстати, как у нас вес? Вес у нас нормальный, знатный. Так, кажется, про это место мне в комментариях говорили. Здесь у нас много-много зомби и контролер. Просто проверим для начала. Знаете, нет, проверять не хочется. Пси-блокада. Ладно, зомби. Почему не стреляет? Воу-воу-воу-воу, да, контролер. Контролер, точно. Воу-воу-воу-воу-воу. В общем, кое-как удалось уничтожить зомби и контролера. Было очень сложно, но возможно. Так, один товарищ у нас здесь. Я тебя даже на части распилю. Все, прекрасно. Прекрасненько. Так, другой вот у нас. Так, по-моему, у него артефакт был. Так. Радиация, да. Использовать огненный шар. Брал. Шикарно. Так, теперь у нас тут остался полтергейст. Понятно. Не все так просто. Удалось все-таки эту падлу уничтожить. Было на самом деле очень сложно, но мы справились. Итак, у нас тут что-нибудь интересное есть еще. Где-то полтергейст, по-моему, тут разлетелся на куски. Но, похоже, от него вообще ничего не осталось. Ну да ладно, фиг с ним. Окей, тогда. Чё скажешь? Судя по всему, экипаж погиб еще в воздухе, вертолет падал без управления. Бортовому компьютеру повезло больше. Так, сейчас поглядим, что в нем полезного. Ага, карта местности с какими-то пометками. Пригодится. Ну, замечательно. Конечно, жесть была полная с этими контролерами, я офигею, друзья. Так... Интересная штуковина, скажу вам, но совершенно для нас бестолковая. Гранату возьмем. Патроны нам такие неинтересны. Монетки вот эти возьмем. Так. Ну, в принципе, нормальная такая штуковина. Вот патроны можно взять. Продать их хорошо. Мясо тоже продадим. Ну, просто таскать с собой вот этот АК поломанный, ну, смысла, по-моему, нет совершенно. К тому же у нас и так
принципе, боеприпасов дофига и больше. Так, тут больше нет никого. О, еще один есть. Замечательно. СВД. Штука мощная, на самом деле, но мы соответствующим навыком не владеем. Самопальный стимпак. Давайте возьмем. Может пригодится. Может пригодится. А может и не пригодится. И еще один. Так, фонит. Патроны берем, да? Все, все остальное. Все остальное здесь оставляем. Толку потому что никакого. Значит, мы все самое интересное с вами тут изучили. И теперь нам... А куда нам нужно сейчас? Ну, конечно же, да. Конечно же, нам нужно возвращаться обратно на баржу, получается, да? Окей. Ну, по пути у нас есть тайничок еще. Который, честно говоря, я не знаю, мы успели открыть, не успели открыть. Очень круто, что до сих пор действует наш эпинефрин, по-моему, да. По-моему, эпинефрин. Вот, и я очень-очень доволен. Потому что он реально прибавляет много-много энергии. И главное, быстро у нас восстанавливается здоровье. Ну и фу, здоровье. Выносливость быстро восстанавливается, это очень круто. Просто офигительно. Что ж, друзья, давайте тогда мы на этом серию завершим. Надеюсь, она вам понравилась так же, как и мне. Ставьте пальцы вверх, добавляйте подписчики. Всем спасибо за внимание и пока.